Север Индии снова пострадал от мощной песчаной бури. Сила ветра в эпицентре стихии теперь достигала 20 метров в секунду. О погибших или пострадавших не сообщается. В нескольких районах повалены деревья и линии электропередач, повреждены дома, дороги частично перекрыты. Сильнее всего пострадала столица страны Нью-Дели. Власти призывают местных жителей принимать меры предосторожности, если они выходят на улицу. На прошлой неделе, напомню, в Индии из-за песчаной бури, обрушившейся на штаты Уттар-Прадеш и Раджастхан, погибли более сотни человек.